Здравствуйте, дорогие мои зрители, дорогие мои соотечественники. Вот стою я перед бутиком, где интима и купальники, аж 60% распродажа. Сегодня в Падуя рынок. Сегодня рынок Падуя. Вот она, милиська, сладкая ириська. Сладкая, сладкая, сладкая ириська. Вот и я. Здравствуйте, привет, жасминки, витаминки. Сейчас посмотрим, какие у нас витрины в Падуе. Какие новизна на осень. Ой, смотрите, все такое в цыганском стиле. Слишком много цветов. Привет всем! Казахстан, Россия, Украина. А, вот это вот 119 евро. Последнее время мне нравятся купальники в цветочек. Посмотрим здесь, что есть. Ага, желтый цвет для девушек. Желтый цвет для девушек с большими размерами грудей. Я у них купила такую французскую кружевную, на море ходить белую, белый кафтанчик. Сейчас посмотрим видеолук, один из лучших магазинов. Я сейчас на пятца фрукты рядом. Ой, 50%. Слишком темные цвета, цвета хаки, цвета милитари. Какая красивая женщина, как красиво одета. Рубашка красивая, модная. Это вот все для спорта. Все для спорта. Ой, боже мой, какие ботинки. Я такие не ношу. Это вот агентство недвижимости. Вот продолжение бутика. Цвета осенние уже новые, наверное. А, нет, это не новые. Это все еще старые вещи, видите? 40% распродажа Фабиани. Это был один из лучших бутиков. К сожалению, хозяйка, которой было всего 40 лет, они брат и сестра были хозяева этого магазина, бутика. И хозяйка где-то 10 лет назад умерла от рака скоропостижно, 40 лет. Такая хорошая женщина была. В конце мне всегда 70% распродажи делала. Так, меня интересует шляпа. Интересно, сколько стоит шляпа. Посмотрим. Малья. Но скрипта Куанте Коста. Не написано, сколько стоит шляпа. Давай спросим, милиська, да? Мы спросим, милиська, у тетеньки, сколько стоит шляпа. Бонжорно. Чао. Вы сапера, quanto costa questo cappellino? 130. Adesso scontato? La scontata. E quanto arriva? Col 50. 130 minus 65. Видела коми? Okay. Смотрите, какая красивая. Как красивая. Белла Коста. Си, си, мия не пути на Мелисса. 140, вабе. 170 евро. Си, си, ди коля ди Фабиана Филиппи? No, questa è un'altra azienda, quella dei foulard, cioè tutta un'azienda di accessori. Aspetta, puoi guardare un secondo di lei così veloce, guarda. Ciao, ciao, come stai? Gialla o limone? Giallo acido. Ah. Хорошенькая такая шляпка, но что-то слишком маленькая. А anche altri capellino? Bambina, bambina. Poi c'è questo rosa così e poi c'è quello. Mia bambina là? E poi
sogno uno nero con la tesa larga di Fabiana Filippi. Allora te la vedo. Еще украдут тебя. Dai, andiamo dentro. Guardiamo con tranquillità. Okay, sì? Questo è diverso, questo è quello che ti ho fatto.